Не каждому дано, но вспомним молодость. Вспомним, что нас радовало. Редкие поездки, то да. Но мне лично больше нравились игрушки. Что сейчас? Я по магазинам крупным хожу, и походу меня как папу малость ценники забавляют. Ну не хочу я за игрушки тратить более лично сэкономленных моих замечательных денежков. И так и закончилось и 23 февраля, и 8 марта. Уже закончилось, да? Но тем не менее, когда рядышком с вами ваш замечательный человечек, маленький, красивенький и сногсшибательский, я предложу все-таки всем подряд. Придите в магазин «Орион» и потратьте сумму небольшую. Потому что как только мы что-то передаем вот этому маленькому, очень хорошенькому человечку, у него знаете сколько энергии. А эта энергия вас срабатывает, вы не представляете, да? То есть вы что-то ему подарили, и в итоге вам-то хорошо. Сегодня мы зайдем в магазин «Орион» и покажем вам, за какие небольшие суммы вы что-то можете себе купить. А потому что здесь все круче и веселее. Круче по количеству, а веселее цена. В некоторых случаях в 5 раз ниже. У меня возникает маленький вопрос. Мы приходим в магазин «Орион». Зачем сюда можно прийти? За игрушками для детей. А насчет тут... Игрушки везде продаются, представляете, да? Везде и всюду нас начинают говорить, что приходите, игрушки покупайте. Но везде и всюду я прихожу и вижу какие-то странные достаточно ценники, да? По-моему, все это не совсем правильно, если мы говорим о нашем будущем. Ну, здесь цены, да, подешевле и выбор довольно-таки большой. Ну и не говорите про распродажи. Есть здесь и такое. Только не распродают залежавшиеся, а видный товар по весьма недорогой цене. Ну что, хоккей нравится? Да. А вот Максим, который вот камеру сейчас держит, он хоккеист, представляешь, он любит хоккей смотреть. Нормально? Нормально. Ну, давай мы с тобой по-другому сделаем. Возьмем себе недорогой хоккей за 1200 рублей, а потом скажем, Максим, точнее, у него есть Лера, приходите, поиграйте с нами. И поскольку я цену знаю, говорить про цену не буду. Об этом скажут покупатели. Потому что видите, какая цена? Цена-то, в принципе, 370 рублей, правильно? Угу. Да, 370. Вот за 370 рублей такого... Мужика вы где-нибудь можете найти? Нет. Только здесь, да, по-моему. То есть как-то магазин, наверное, соответственно, не собирается передерживать цены. Зачем, если вы и так покупаете, правильно? А еще скажете своим друзьям, они также придут. Конечно, придут. Про то, что я вам говорил, помните? Про новинки. Третий год я здесь, и пришел бы еще за новинками. Их тут пруд пруди. Вот это Человек-паук. Такой нормальный Человек-паук. С нормальным человеческим лицом. Нормальный Человек-паук. Это не Человек-паук. А что это такое? Ну посмотри внимательно. Две ножки, да? И смотри, сколько рук-то. Нормально? Нормально. Да, конечно, пока мы не можем реализовать правило следующее. У нас в долларах и евро зарплата упала. Жалко, не мы это сделали. Но по сути, если вы кормитесь и кормит вас земля, то жить можно. Если не кататься до одури, а подождать тоже. Но самое главное, наши дети. И мы на них с Орионом не экономим. Ребенок есть? Да. А для ребенка что в этой жизни самое главное то? Игрушки. Игрушки, да-да-да. Я вот тоже со своим бегаю. Вот. В отличие от других мест, я знаю, что здесь я могу купить ему гораздо больше, чем где-то в другом месте, правильно? Да. Выбор большой. И недорого. То бишь про дело, то бишь для искусства. Здесь и то, что помогает человеку строить, дает возможность рисовать, но и музыка, естественно. К сыну я этих синтезаторов уже покупал. То есть он уже будет нормально работать. Теперь же вопрос про вас. Если вы хотите, чтобы ваш человек был достаточно грамотно одаренным, в том числе, и он мог писать музыку. Вот, смотрите, сколько синтезаторов. Ну, самый крутой, вот этот. 2800, ну навороченный точно. Каждый мелкий перец теперь знает это место. Каждому крупному объясню, куда ехать то. Контор в городе несколько, а вот честных-то мало. Оптимальное место находится в Орионе. Доехать просто. По Советской до Вокзальной и далее в сторону Соленого. Далеко ехать-то и не надо. Куда все поворачивают. И, естественно, направо. Ценники небольшие, это понятно, потому что магазин «Орион» никогда не диктовал вам какие-то сногсшибательные цены. То есть, в принципе, если у вас появилось 1000 рублей, вы можете привезти сюда. 1000 рублей, что это такое? Ну, грубо говоря, 20 литров бензина. Чуть-чуть больше. Вот. По-другому, мы даже вам продемонстрировали за 500 рублей, какие денежные средства вы можете здесь купить. В смысле, какие подарки вы можете купить своим детям. То есть, когда у вас есть ребенок, вы должны понять, что... И куда вам необходимо прийти для того, чтобы купить все недорого. Так вот, дешевле, чем магазин «Орион», я, честно говоря, не вижу.